Спонсор прогноза погоды — Новокузнецкий государственный цирк с новой программой «Джамбо». Спешите увидеть! С 13 февраля в Новокузнецком цирке грандиозное шоу Тиграна Акопяна «Джамбо». Яркие трюки, шикарные костюмы и десятки экзотических животных. Шоу «Джамбо». Восторг и отличное настроение. 25 февраля на юге Кузбасса ожидается пасмурная погода, пройдет снег. В Прокопьевске ночью минус 5, минус 7, днем 12-14 градусов мороза. В Осенниках ночью минус 4, минус 6, днем минус 9, минус 11. В Мысках ночью 5-7 градусов ниже 0, днем минус 8, минус 10. В Междуреченске ночью минус 5, минус 7, днем 8-10 градусов ниже 0. В Шерегеше ночью минус 7, минус 9, днем минус 6, минус 8. Сильный ветер. В Новокузнецке в четверг будет пасмурно, пройдет снег. Температура ночью минус 6, минус 8. Днем минус 10, минус 12. Ветер западный, умеренный. Возможно, небольшие геомагнитные возмущения.